Всем здорова, дорогие друзья и зрители канала Валерки. Сегодня у нас очередной инди-ужастик под названием Пальмира Орфанэйдж какой-то. Вот. Это русский ужастик, короче, русский инди-проект. Вот. Суть в том, что чувак, короче, приезжает в заброшенный детский приют, где он раньше вырос, да, где он рос там, он там рос, да. Вот. Возвращается в этот заброшенный приют, чтобы узнать какую-то страшную тайну, что ли, или что-то такое. Вот. Отзывы в стиме во. Так что посмотрим. Думаю, будет у нас, как всегда, много пуганий всяких разных. Бугагашечек. Окей. Ладинг. Игрушка русская, а Ладинг английский. Ладно. Ну, вроде как, русские разработчики, я не знаю, может, я что-то неправильно, я, может, что-то путаю. Не знаю, сейчас посмотрим. Короче, мы приехали, да. Заглушили двигатель, приехали. Давай. Окей. Окей. Письмо от друга. Письмо от друга. Мой приятель из городской администрации передал эту заметку вместе с адресом детского дома. Похоже, что придется вернуться домой. Так, погоди. О, что-то как-то... Погоди, сейчас настройки. Настройки, чувствительность мыши побольше. Окей. Чувствительность мыши побольше. А, и есть здесь... Как ее называют-то? Ладно, похер. Похер. Так, ну, вроде как, вот сейчас будет более, уже менее. Окей, смотри, мы возле приюта. Мы возле приюта. Ветерок. Ветерочек. Вон наша тачка. А, мне показалось, с одной фарой. Но не тут-то было. Короче, бегать можем. Погоди, а что там? Прочитать-то можно? Что-то... А как увеличить? О, нихера себе. Так, привет. К сожалению, других зацепок я так и не нашел. Нет ни одного свидетельства об усыновлении или переводе Кая Савельева. Если говоришь, что его содержали в приюте Пальмира, то стоит съездить туда и проверить в архиве. Заведение уже лет 5 как не работает, но документы оттуда так и не вывезли. Я знаю, что с этим домом у тебя связаны не очень хорошие воспоминания, но если найдешь личное дело своего брата, может быть, узнаешь, куда его перевели. Короче, да, получается, мы... брат, что-то с братом связано, да? Нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть дверь или взаимодействовать с предметами. Окей, смотрите, здесь по-русски написано даже. Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детский дом Пальмира. Так, в окно посмотрим. Есть кто? Есть тот кто? Вроде никого. Окей, дверь открыли. Ну, конечно, конечно, сразу у нас погас свет. Мы не успели зайти в дом, а у нас уже погас свет. Че это? Это главный герой уже сиранул, что ли? Продрестал штаны. Окей. Ладно, идем сюда, потому что здесь и только здесь свет и горит свечка. Горит свеча. И вообще ни черта не вижу. Ни черта не видно. Ладно, смотри, что это. А зажигалка. Нажмите F, чтобы достать свою зажигалку. С помощью нее можно зажигать свечи. Использование зажигалки расходует топливо. Отлично, как всегда. Ладно, смотри, еще записка. Еще записочки. Слышь, я вообще-то... Убери зажигалку, а? Я вообще-то хотел прочитать. Здравствуй, товарищ посетитель. Дом ребенка Пальмира рад видеть всех, кто заботится о
подрастающем поколении, будущем нашей великой страны. К сожалению, мы временно ограничили количество посещений. Пожалуйста, дождитесь директора детского дома или одного из воспитателей, которые ответят на твои вопросы. Если хочешь получить копию документов об усыновлении или выписку о состоянии ребенка из архива, пожалуйста, оставь заявление в приемной. Оно будет готово в течение 10 рабочих дней. Так, приветственная бумага. Нашли обращение в комнате вахтера. Ничего не изменилось. Они продолжали. Что продолжали? Да убери ты зажигалку-то нахер. Погоди, я же все, я взял. Да, все. Да что ты зажигалку-то опять достал? Спорт с буквой О, сила с буквой И, могила. Неплохо. Ладно. Окей. Так, что у нас тут в шкафчиках? Пороемся. А, жидкость для зажигалки добавлена в инвентарь. R, чтобы перезарядить зажигалку. Окей. Окей. Блин, как-то неудобно вот так вот. Как-то плавно это. Либо я уже... Как-то непривычно. Не знаю. Окей. Ладно, смотри, у нас есть зажигалка, теперь мы можем освещать себе дорогу. Тут посмотрим. А, мы можем смотреть, зажигать свечи, да, наверное. Угу. Зажигать свечи. Так, доска подсчета. Доска подсчета. Часы. Смотри, будильник. Рабочий будильник. Неплохо. О, картинка. А, добавлен в инвентарь рисунок. Окей. О, смотри, рисунок. Вот такой вот рисунок. А, чувак какой-то с кровищей изо рта нарисован. С ребенком, да? Получается, папа, ребенок, да, и мама что-то кровь или пытались подтереться этой бумажкой. Не знаю. Его нарисовал какой-то ребенок, он уже начал выцветать. Понятно. Ключ. Отлично. Нашли ключ. Отлично. О, смотри, можно было через окно даже залезть. Кто здесь? Жми, чтобы отпередили для этого инвентаря. Должен быть подходящий ключ. Окей, смотри, плакат опять. Образы старой книжки сказки. Бабы-яги, да, тут всякие. Мистику и фантастику из детской книги долой. Даешь новую детскую книгу. Ой, Ленин. Ведь дедушка Ленин такой молодой. Труд, борьба, техника. Новый детский быт, новая книга поможет воспитать новую смену. Природа. Нормальная такая природа, да? Смотри, дети просто копают картошку, поливают что-то тут, корову, что ли. Что-то, короче, мы октября-то, смена пионерам. Будь готов. Окей. Вот такие тут плакаты. О, свечечку можно еще зажечь. Дожги. Блин, как неудобно. Ну, непривычно. Непривычно такое. Плавно. Смотри, закрылась дверь, но... Какая дверь-то закрылась? Входная, что ли, дверь закрылась? Так, погоди, я здесь свечку еще зажгу сейчас уже. Немножко. Да, походу, входная дверь закрылась, и все, нам теперь не выйти. Хотя окно открыто, я могу в окно вылезти. Если что, я могу открыть окно. Так, бассейн. Окей. Автоматические ключи, короче, подбирает. Отлично. Не надо лазить в инвентарь. Свечки тут уже зажжены, так что можно выключить свою зажигалку. Маленькие стульчики. Это что? Так, что у нас? Детский блок. Угу. Родители. Не допускайте игр детей с огнем. Спички и другие источники огня храните в местах, недоступные детям. Не оставляйте малолетних детей без надзора взрослых. Поучительные такие плакаты.
Запоминайте, запоминайте, да. Что спички детям не игрушки. Будь достойным сыном Родины. Ух, и что там за книжка? Сталь. Как закалялась сталь. Окей. Ага. Техника как, короче, типа класс, да, да, что ты зажигалку-то опять? Архив. Смотри, архив. Блин, столько дверей, смотри. Очень много дверей. Архив закрыт, ну это понятно. Что архив закрыт. Ой, там очень темно. Можно я пока туда не пойду. Я хочу здесь. Так, учительская. А чё везде света-то нет? Учительская. Здесь злой призрак учителя, наверное, сидит. Окей. А, ведь смотри, вентилятор работает. Вентилятор, главное, работает. Сколько лет-то, да, наверное, прошло, а вентилятор все работает, смотри. Работает и работает. Так, можно, наверное... Ага, херушки. Так. Здесь что у нас? А здесь прятаться, да? Угу. Короче, вот такие двойные шкафы прятаться, а вот такие можно открывать и лутать. Понятно. Так. Вентилятор ничего не делается. С вентилятором ничего не делается. Что здесь? Весь мир будет наш. Записуля. Записуля. Так, директору С.И. Короленко. Как мы можем заботиться о чужих детях, если у нас нет денег даже на своих? Зарплату не платят уже 5-й месяц. Коллектив нервничает, боится. Некоторые начали срывать свое раздражение на воспитанниках. Ничем хорошим это не закончится. Вы сказали, что вы сможете найти помощь со стороны. Надеюсь, что у вас получится. Потому что иначе здесь не останется никого, кроме вас. Письмо от одного из воспитателей. Работать здесь было не слишком весело. Расти тоже. Окей, короче, воспитатели, недовольные своей зарплатой, ну, то, что им не платили зарплату, короче, срывались на детях, я так понял, да? Директор. Тут! Батарея отвалилась. Ну, ладно. Допустим. Такое случается. Такое бывает, такое случается, да. Батарея отвалилась. Так, смотри, еще один рисунок. Еще один рисунок. Окей. Тут опять, наверное, родитель, да? Что-то опять с кровью. Окей. Ладно. Давайте к директору зайдем. Зайдем к директору и посмотрим, что у него здесь интересного. Так, в этом шкафу можно прятаться. Окей. Хорошо. Сверчки, сверчки. О, окошко, смотри, открыто. Почти. Так что, закрытые двери, вот когда то, что входная дверь закрылась, нам не страшно это. Можно в окно сигануть. Так, в СССР в 1951 и 55 годах строительство городских и сельских школ увеличилось примерно на 70% по сравнению с предыдущим пятилетним. Окей, в США. В США что-то я не могу разобрать, что там написано. Непонятно, школа закрыта, короче. Школу нахер закрыли в США. А в России она продолжала. Ох! Голова. Голова манекена. Детского манекена. О, свечка. Блин, у меня уже, смотри, у меня уже зажигалка почти кончилась. Я тут хожу, что-то рассматриваю, балаболю. Ну, окей. А, может здесь ничего есть? Ну, у меня есть этот, еще газ, короче, да. Или еще там, зипа у нас, да, наверное, топливо для зажигалки. Здесь на полках-то нет топлива больше. Нет. Больше нет. Так, ладно. Куда идем дальше?
Смотри, вот здесь еще дверь заперта. И здесь заперта. Ладно, я понял. Архив у нас закрыт, здесь у нас открыто, а вот эта дверь, это что у нас? Детский блок. Тоже закрыто. Окей. Там у нас еще есть бассейн. А здесь что у нас? Здесь у нас... Зажигалка сдохла. Да ладно, наполовину. А что не целиком? Ну ладно. Ну ладно. Так. Это... Потолки осыпаются. Как бы потолок еще на голову не свалился. За столько лет. Кровь! Ладно. Да-да. Я боюсь темноты, да. Так, окей. Окей. Бочки. В этих бочках, наверное, топливо. Целая куча. Ладно. А интересно, я когда в инвентарь-то вхожу, у меня этот... зажигалка-то тратится, нет? Так, я взял... Чё? Макоко! Макоко! Окей. Так. Ребенок с каким-то ножиком, что ли, и зажигалкой, да? Зарезал какого-то чувака. И он написал какой-то ребенок, он уже выцвел. Понятно. Ладно, давай сюда. Идем сюда. Закрыто? В смысле? Значит, идем в бассейн. Идем в бассейн. Больше некуда. Чё скрипит? Ну давай. Закрыт. Слышь, а чё? В смысле? Значит, в этом... Где-то вот здесь в учительской, наверное, какие-то... Ключ, наверное, где-то должен быть. Это 100%. Ключ. Ящик, наверное, открыть где-то надо. Вот. Вот. Я просрал ящик. А тут у нас только для зажигалки топливо. А у директора, наверное, ключ. По-любому. По-любому. Че это было? Че-то щелкнуло, короче. Вот, да. Смотри, записка и ключ. Окей. 15 июня 96 год. Раньше моим девизом было... Если хочешь вырастить достойных детей, стань для них примером. А больше это не работает. Им наплевать, мы экономим на себе, чтобы дать им все, что можем. Еду, крышу над головой, образование. Они даже не понимают, на что мы идем ради них. Сегодня сразу 6 воспитанников сговорились между собой и пытались сбежать. Они думают, что на улицах им будет лучше, неблагодарные твари. Нет, мы сделаем из них порядочных граждан, силой, если потребуется. О, судя по дате, это произошло через год после нашего приезда. Ага. Понятно. Так, ключ взяли. Вот! Тихо, тихо, тихо. Что-то за... Погоди, нет, я спрячусь. Такие вот штуки, такие вот ряби, это не к добру. Кто-то идет. What the fuck? Директор, смотри, с ножом. И что-то он какой-то красный, с красным сиянием. Это, наверное, директор. Или этот воспитатель какой-то. Ушел? Ну, раз Рэд пропала, значит ушел. Дверь я оставил за собой открытой. Окей, так, я зажгу здесь свечку на всякий случай.
Ладно. Короче, мы поняли. Смотри, свечка. Потухла. Мы ее поджигали же, да? Короче, я понял. Когда начинается рябь, значит, нужно прятаться либо бежать. Так, мы взяли, короче, какой-то ключ от чего-то. Сюда не подходит. Сюда не подходит. От архива, может? Точняк. Ключ от архива. Так. А можно я к чертям закрою дверь? Ладно. Я смотри, могу протиснуться, да, здесь? Здесь по бокам ничего не лежит. Топливо для зажигалки. Мне, кстати, надо перезарядить зажигалку, а то она сейчас у меня сдохнет. Вот детский рисунок. Детский рисунок. Погоди. Так, что у нас здесь? Смотри, вот это вот с красным получается, вот этот чувак, которого мы сейчас видели, да, наверное? И его так обозначают здесь. Хотя хрен знает. Второй, смотри, дядька тоже какой-то с этими, со злыми бровями какие-то. Ну ладно. Окей. Так, а нет у нас тут. Прыгать мы не можем, да? Нет у нас здесь для зажигалки-то ничего. Ну, свечечка. Свечуля. Еще. Интересно, правильно я делаю, да, эти свечи зажигаю? Ладно. Смотри, еще. What the fuck, это что сейчас было? Так, пришлось стрелять. Ого. Директор и какой-то ребенок заперлись в подвале. В отчетах о нем не говорили, так что таланта нет. Какого таланта? Нескольких документов в архиве не хватает. Может быть, они взяли их с собой. Сначала перевезем детей, потом разберемся с этой проблемой. У директора все равно пулевое долго не протянет. Ага. Кровь появилась. Это кровь, наверное, этого директора, да? Короче, кто-то подстрелил директора. Началась стрельба, короче, ужасти всякие. Фига кровище, смотри, появилось, да? Так, окей. Ага, короче, ведет у нас вниз. Там было закрыто. Это, короче, наверное, как директор, когда был ранен, он шел. Это его путь. Шел. А, смотри, двери открыты. Куда-то шел. Так, я не пропустил там свечки. Двери закрылись. Допустим. Так, а здесь свечи у нас горят. Шкафчик, отлично. Шкафчик есть, сохранка прошла. Автоматически сохраняется. Это радует. Ладно. Носи с честью. Путяк. Записуля. Записуля. Два обгоревших тела. Жуткое зрелище. Б придет за девочкой на днях, а пока мы оставили ее в подвале. Нужно будет внимательнее смотреть за теми, кого они привозят. Усилить дисциплину, сделать наказание серьезней. Б ублюдок, но теперь с ним нельзя не согласиться. Эти дети опасны. Хера себе. Это они так воспитывают детей, в подвале закрыли. Обгоревшие тела? Что здесь происходит? И кто такой этот Б? Итоги дня. Да, кто такой Б? Ну да, что-то здесь нечисто.
Так, понятно, короче, подбирать коды опять надо будет искать. Я понял. Я вас понял. Так. Следы ведут сюда. Ну давай сюда и зайдем. А там что? Тут еще что-то, смотри. Это комнатка. Ладно. Окей, не работает. О. Забасило. What the fuck? Какого? Хера. Выдерни из розетки. Охереть. Так, у меня зажигалка сдохла. Да, конечно, будет не очень приятно, если у меня зажигалка полностью сдохнет. Смотри, там что-то есть. А я могу садиться? Вот, смотри, я могу садиться. Вон, что-то я вижу, смотри, там какая-то игрушка, что ли. Окей. Рисунок. Еще один подобрали. О, что-то все горят. Все горят. Все горят. Ладно. Ладно, допустим. Так, я уберу зажигалку, ладно. Пока что. Ладненько, будем играть, да, вот так вот. Потихоньку ходить. Я сейчас немножко ускорился, а так будем потихоньку ходить. Воу-в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 оу. Нажми Q или E, чтобы заглянуть за угол. Освещение и звуки влияют на шанс обнаружения. Тебе труднее будет найти, если ты потушишь зажигалку и спрячешься в темноте. Не бегай слишком быстро. Так, этот говнюк. Смотри, вон он. Он ходит как-то. Вау-в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 ау. Погоди, а где он? Он где-то... Он где-то здесь. Смотри, тут дверей еще он. Ладно, дверь открыта. Здесь есть шкаф. Я могу спрятаться в шкаф? Если что. Ладно. Окей. Если что, я здесь могу спрятаться в шкаф. Так. Пусто. О, что-то есть. Да, дай, возьми. Зажигалки, отлично. Так, еще смотри дверь. А я что, правильно пошел? Да, я правильно пошел по этому, по следам, что ли? Оказывается. Потому что смотри, вон следы, да? Кровавленные. А, на защелке, смотри, дверь была. Где-то здесь. Что за звуки? Хера, топор? Кровище, это сколько? Охренеть, это что за приют-то? Это что за... Погоди ты. Стоп. Можно я спрячусь?
все так моргает. Может... Или так и должно быть? Так, детский рисунок. Ладно, давайте потом посмотрим. Тут что-то какая-то жопа. Тихо. Топор я не могу взять. Вот почему я не могу взять топор, а? Чё? Твою мать. Чё за звуки-то? Прекращай. Почему пусто-то все? Почему все пусто? Тиски. О, записуля. Тихо! Погоди! Б, не лезь в мои дела. Это мои воспитанники. Я решаю, как учить их и как наказывать. Мои проблемы — это только мои проблемы. Ты нужен только для того, чтобы забирать плоды моей работы. Твои люди мне не нужны. Это письмо было скомкано и выброшено. Так, тихо. У меня что-то тут мерцало. Он где-то здесь. Походу. А, мастерству учиться всегда пригодится. Это что, класс труда, типа? Хера себе, класс труда, блин. Охренеть. Могилы какие-то. Чё? Это что за погребальное? Что за детские байки из склепа? Череп. А, надо скелет собрать. Окей. Нихера себе в этом. В детском приюте просто это кладбище. Или что, тут детский приют построен? На, твою мать! Воу! Тихо! Суля появилась. А, мятая записка. Нашел эту записку в могильнике. Че на ней написано? Там что-то. А, если хочешь пройти внутрь, запомни число. 1994. В тот год привезли первых субъектов. Ага. Это код от двери, короче. 1994. Понятно. Так, погоди, я заберу ее с собой. 1994. Ну, короче, год. Так, ладно, валим. Что-то зажигалка ни хера не освещает. Потихонечку. Здесь никого. Воу, он где-то рядом. Тихо. Где? What the fuck? Беги. Здесь шкаф. Надеюсь, он меня сейчас не займет. Фу, он рядом.
О, я еще жив. Я еще жив. Ну нахер. Хера себе такой ублюдок, а? Это вот этот Б, наверное, за нами носится. Так, а где выход-то? Погоди. Я заблудился. Где у нас? Вот это что ли? Да. Да. Так, окей. 1994. 1994. Все, open дверь. Open дверь. Вот это вот моргание непонятное. Либо это монстр здесь, либо это что-то непонятно что. Так, смотри, план первого этажа, охренеть. План детского дома. Кто-то оставил на нем какие-то значки. Офигеть, смотри, знаки вопросительные какие-то. Еще что-то. Ладно, берем ключ. Так, сейчас зажгем ключ. И что это за писуля? Си Короленко. Примите мои соболезнования по поводу инцидента в бассейне. Рад, что вы сумели заметить эту трагедию. Она бы ужасно оказалась на состоянии детского дома. Нужно быть аккуратным с теми, кто знает ваши тайны. Однако у меня есть и хорошая новость. Я слышал, что недавно вам снова урезали бюджет. Могу понять решение администрации. Сейчас все приходится нелегко. Все хотят сэкономить. Мой наниматель может взять на себя содержание вашего дома. Все, что от вас нужно, продолжать свою достойную работу и быть открытым к предложениям. Кстати говоря, есть несколько ребят, за которыми нужно будет присмотреть. Наши дети требуют особого контроля, и ваше заведение отлично для этого подходит. Их содержание, как и содержание всех остальных, мы обеспечим. Я пришлю вам письмо с подробностями позже. С уважением, Б. Письмо директору напоминает шантаж. Не знаю, что я ничего с шантажом, я ничего такого здесь не увидел, в принципе. Попросил приглядеть, да, за двумя какими-то там необычными детьми, что ли. Вот. И сказал, что будет обеспечивать. Вот. Ну, а вот эти необычные дети, я так полагаю, это, наверное, и есть вот этот наш главный герой. Его брат! Нет! Тихо, тихо! А шкаф? А шкафа-то здесь нет? А вот шкаф. Отлично. Ладно. О. Не. Штяк. Ладно, я пойду в шкаф. Я не понимаю его траекторию. Как он вообще... появляется. Так, здесь пусто. Вон тот ящичек я еще, по-моему, не смотрел, да? Пусто. Че здесь? Не смей! Не смей драться здесь. Не смей тут кулаками махать. Так, я взял какой-то ключ. Окей. Что у нас там было закрыто? У нас был бассейн закрыт, да, еще? О, твою мать, ты больше так не делай, нахер. В смысле? Ну, игра сохранилась, это уже радует. Окей, ладно. Игра сохранилась, это уже радует. Ну давайте на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Вроде неплохо пока игра. Пока
Пока затягивает вроде. Интересненько. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем, пишем. Интересно почитать ваше мнение. Ну, может, ну, многие, наверное, уже и прошли, поиграли в нее, но все равно. Вот. С вами был Валерий. Всем пока.